Всем приятной жизни, с вами психиатр, и мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. Так, я вам хочу напомнить, чтобы вы написали, если вы там не смотрели прошлый выпуск, или еще что забыли. В общем, напишите, пожалуйста, кто не написал, снимать ли мне первую часть ПВЗ. О, а что здесь такое? А как я должен это? Солнышко, даже не написали, сколько дают, или я проморгал. Ну, я не знаю, я просто не просмотрел, сколько мне солнышек дали, на самом деле. Вот. Поэтому мне как-то сложно. Сейчас. Давайте. Я не знаю, сколько мне там дали. 75? Рили? Ля, чё это? Слушайте, тут вон как прикольно. А если я заранее? Ага, нифига. Зомби. Демаг зомби. То есть эти солнышки, их можно на зомби направлять. Ну, рядом, я так понимаю. Так, чё я не сажаю-то? Понятно все. Все теперь понятно. Надо будет попробовать, кстати. Блин, тут это зомби не там, где солнышки. О, вот сейчас я попробую. Да, слушайте, прикольно. Интересно, она бьет как вишенка? Если да, так я буду просто солнышками взрывать все. Не, ну тогда бы это было это. Тогда было бы слишком просто. Наверное, нет. Ну-ка. О, нормуль. Не, ну она и радиус действия меньше. Видно. Блин, чё я не сажаю немножко? Ля, у меня же, кстати, эта хрень есть. Прикольно. У нее еще и КД быстрый. Нормально, надо будет брать ее с собой. Из нее, думаю, будет не тяжко. Не, ну может не тяжко, но я думаю, жизнь она мне облегчит здраво. Я прикольный уровень, на самом деле. На то вот нарвали. Ай-яй-яй. Так, вот эту хрень всю. Он просто вот так. Все. Слушайте, а здесь нормально, кстати, вот так вот электричками играть. Урон не проходит с ним. Ну да, он, видите, слабенько бьет, конечно. Ну то неплохо. Как-то. Блин, дайте эту хрень заморожу. Идет, блин, со своим щитом. Как этот щит пробивать, а? А, это вот, наверное, тем растением, которое нам дали. Но я не хочу. Мне не понравилось. Блин. Но и меня тоже у него. О, щит убрали. Давайте.
использую. Единственное, я не хочу, чтобы она вот на этих тратила. Да блин, убей вот этого! Тупая. Блин, дучка тупая, конечно. Налетает хрен на этой пике. И вообще не надо. Нет, нормально они так. Три тучки полетали. Так, этот убиваю. Щит гребаный. Что за он какой-то этот? Живучий больно. О, блин, я случайно. Да твою мать! Я забыл! Да твою мать, я забываю, что это. Что нужно ждать. Хочу нажать сразу. Чё? Ну давайте. Да вот этого убейте. Блин, я не могу это. Я их собираю, короче. На, блин. Давайте еще. Быстрее. Ну, мы, в принципе, прошли. Даже газонокосилок не потеряли. Ну, правда, я вот это туплил, блин. Я, видите, заранее. О, нам какую-то летающую тарелку дали. С мозгами. Там внутри мозгов. Я догадываюсь, обычно какую-то хрень сюда, знаете, когда бесконечные уровни открывают. Тем более там было написано вот это по третьей, да. Подозреваю. Я так подозреваю, что меня как будто кто-то подменил. Всю рекламу мне пихают, но я ее не заслужил. Пропадает фигня, ну вот что за херня? Ну какого ж ты чёрта, ага. Блин. Ля. Ну прикольно. Я надеюсь, не пропадут эти. Просто если я сейчас опять перезапущу, у меня опять запись может это крашануться. Я бы никому даже не перезапускал. Не хочется, ой, как не хочется. Да блин. А выпуск с 8 минут я не могу выкупать их. Ой, господи, сделай по-нормальному, а? Чтобы зомби и растения понравились. Так, вроде как все более-менее это. А тут нет летунов, кстати. А, тогда как обычно. Так, вот эту. Давайте эту все-таки возьмем, дадим последний шанс. Тут какой-то этот. Про него. Против него может. Так, а только чё, я это-то. Мне ж тут подсолнухи нужны. Как бы. Чё-то уж я. Да. Да-дам. Так. Тут я не вижу смысла как-то сажать по-другому. Тут эти не очень так расставлены. Ну, в смысле, вот эти мне не пригонятся. Только вот эти три. Ну, потому что там мне все равно ничего не будет. А здесь что, стенорехи доставить? Ну, а смысл? Блин, а вот то, что я посадил этот поздно, это и плохо.
Не откадешься, не успеет для нового зомби. Говенько, ребятушки. Мы ребятушки. Так, давайте ставить сразу. Не будем тупить. Где-то тут, я думаю, нас поймут с динорехи. Так, давайте. Вот этого бей. Ты это бей, скотина. Чуть убит, маленькая хренька. Так, тут давайте. Угу. Ляг, так это сразу трех. Так, вот этот мне хрен не нравится. Ага. Так, давайте усиляться. Дальше. Не ставить стенарийцы, в принципе. Помолчим, да? Поболтаем. Ну чё, дадим шанс? Почему хотим? Ляд такой-то придёт. Там приморозим. Чё ты делаешь? Ничего. Давайте, даем шанс. Успех. Блин, ну я думал, они может как-нибудь это убить лучше. Блин, там уже прожрали орех. Да нифига, это не будет ничего. Вон, на остальных этих также фигово. Все проходят. Где-то расслабились. Еще и так редко. Давайте, допустим. Сейчас скоро всех колбасит. Вот эту хрень бейте. Блин, они что, издеваются? Нет, эта хрень сама померла. Ну кто не? Блин, мог бы прилететь туда. Одна тучка. Ля, ну что-то пока больно очень простые уровни. Не знаю, как дальше. Как все изи. Изи бризи лемон сквизи. Ля-ля-ля. Ля, смотрите-ка, эта хрень выживает после вишки. Как Гаргантюа. Только, по-моему, это послабее, конечно, не увидеть, наверное, поменьше все-таки встаём. Я так думаю. Всё, смотрите. Блин. Пока. Ну всё, в принципе, уровень мы прошли. Очередной. Думаете, все тучки, все. А вот, где синорех погрызанные?
так же убью. Что так делать с честными людьми? Так, давайте подарок. Подарок, подарок. Костюм, фигня. Ну чё, 15 минут ролик идет. Запишем еще уровень, нет? Запишем. Вон тут как-то этот с покусочками. Стоечки какие-нибудь сейчас сунут. Или типа не дай пожрать. Как обычно. А, это. Все за нас. Я так понимаю, да? Да. Дали, блин, 5 растений. Играй как хочешь. Ой, какую лажу дали, а? Слушайте. Фигово. Так, ну чё? Как-то так, что ли? Выходит у нас... Ля, мультик так, это прикольно. Так, давайте начнем слушать. Блин, не то надо было оценить, ну ладно. Надо было эти лазеры. Как их там? О, нормально. Давайте наверх поменяем. Так. Так вот можно. Так вот можно. Так. Что мы тут
делаем это вообще? Что у нас все жрут, а? Вот не нравится. Ай-яй. Шли в жопу. Идите вот так вот сделаем. Нормально. Блин. Блин, эту хрень надо заменить. Да, так. Блин, ну ты еще тубать этих ящеров. Он что-то этих не достал. Симметрично. Так, ладненько, ребят, я на этом этот выпуск закончу, а то он уже и так затянулся. Да, еще раз, последний раз напомню, чтобы вы написали в комментах под этим видео, под прошлым, короче, где хотите, можете мне в ВК скинуть, как вам удобно. Вот, снимать мне прохождение первой части ПВЗ, когда мне это сделать лучше. Вот, или может вообще что-нибудь посоветуете другое. Какую-нибудь хорошую игру, может мобильную, может компьютерную. Вот, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Психиатр.